вице-президент гильдии российских адвокатов Федор Трусов, оценивает скептически. Показательно, что вообще любые уголовные дела о хищении, когда в цепочке акций или компании находится иностранная юрисдикция, и потом у нас туда в свои руки тянет следствие, говорят, что там похитили где-то какой-то юрисдикции, но вред, имущественный ущерб был причинен российскому бенефициару, но на территории Российской Федерации находятся активы, это всегда вызывает определенные вопросы. Да, кто-то скажет, что наказание дали меньше, чем просил прокурор. У меня очень большие сомнения, что это необычные гражданско-правовые отношения, которые были с учетом иностранных юрисдикций, а это такое наследие 90-х, 2000-х, которые просто потом превратили в уголовное дело. Что я... знаем, какие были договоренности между сторонами в порядке расчетов и имело ли место там действительно преступление.